находясь в здании, окна которого смотрели на мост Бэй-Бридж в Сан-Франциско, люди увидели странную картину. На мостовом выступе находился кот. Мурлыка, на котором был поводок и нагрудный ошейник, по всей видимости, застрял и теперь смотрел вниз с более чем 75-метровой высоты. Конечно же, неравнодушные люди поняли, что кота нужно спасать, а потому они обратились к специалистам, которые занимаются подобными вопросами. Представители службы контроля над животными пообещали сделать все возможное, чтобы помочь бедному животному. Когда спасатели взглянули на кота, они очень удивились тому, что он совершенно не испуган. Казалось, черно-белый мальчуган чувствует себя вполне комфортно, будто он совсем не на мосту, а где-нибудь в удобной кровати. Тем не менее, спасти котейку было необходимо, и люди именно этим и занялись. Один из спасателей удерживал поводок, а другой аккуратно поймал кота в сетку, после чего Мурлыку удалось вытащить. Котейка, которому примерно 6 лет, был в полном порядке, несмотря на такое приключение. Несколько царапин и блохи не в счет, ведь мальчик мог пострадать гораздо больше. После того, как его забрали в приют, волонтеры стали искать хозяина Мурлыки. К сожалению, пока что найти его не удалось, несмотря на то, что многие люди сообщали о том, что кот, возможно, принадлежит им. Каждый раз выяснялось, что это совсем другой котик, и человек, который искал пропавшего питомца, не имеет к нему никакого отношения. Волонтеры приюта говорят, что до сих пор не имеют представления о том, как Мурлыка оказался на мостовом выступе и были ли у него хозяева. Известно лишь то, что сейчас он находится в надежном месте и окружен вниманием. Котейка оказался очень веселым, игривым и легко заводит новых друзей. Ну а что касается хозяина, то, возможно, он обязательно появится, тем более, что о питомце уже сообщили во все социальные сети и СМИ. Пожелаем ему этого от всей души.